Дед! Дед! Здесь я. И баба. Здесь я. И была у них внучка Маша. Здрасте. Однажды пошли девочки в лес за грибами и ягодами и позвали Машу с собой. Маша! Пришли девочки в лес, начали грибы, ягоды собирать, деревце за деревцем, кустик за кустиком, и отстала Машенька от подруг. Долго ходила она по лесу и пришла к лесной избушке. Маша вошла в избушку и села на лавку у окна отдохнуть. Я тебя домой не отпущу, будешь теперь у меня жить, печку топить, кашу варить. Не убегай, а то я поймаю и съем. Стала она жить у медведя. Испекла Маша пирожки с ягодами и с грибами. Отпусти меня на один день в деревню. Я хочу бабушку и дедушку увидеть, пирожки вынести. Нет, ты в лесу потеряешься. Давай я сам пирожки отнесу. Я скоро положу пирожки, а ты их не открывай. Где на крылечко, не идет ли дождик? Устал медведь. Сяду на пенек, съем пирожок. Не садись на пенек, не ешь пирожок. Какая хитрая! Сяду на пенек, съем пирожок. Не садись на пенек, не ешь пирожок. Высоко сидит, далеко глядит. Пришел он в деревню и постучал в ворота. Открывайте, я вам от вашей внучки пирожки принес. Испугался медведь. Обрадовались бабушка и дедушка, стали Машу целовать, обнимать и умницей называть.